Это Toyota Venza. Сейчас в наше время стало очень модно ездить на таких машинах. Они называются кроссовер. Когда-то они называли Station Wagon. Вот, то есть эта машина тоже очень вместительная, очень тоже есть более лакшери, более простые машины. Она может быть и two-wheel drive, и all-wheel drive. Вот. Она может быть и 4 цилиндра, и 6 цилиндра. То есть очень большой выбор этих моделей. Их существует 8 разных моделей Venza. Так. И это какого это уровня машины? Это что-то. Это уровень машины между, скажем, обычным седаном, скажем, Camry, да, и между Highlander. То есть это как кроссовер, это между SUV и между седаном. Это он очень на SUV. Как бы смахивает. Это машина как бы она между седаном. А это как SUV, раз удобно, она, да? Как бы для людей, кто не хочет SUV и не хочет седан. Да. Это достаточно. Как раз машина для семьи. Очень вместительная. И проходимая, да? Очень, да. И опять же, она отличается высокой проходимостью, потому что есть модели, которые идут all-wheel drive. Есть 4 цилиндра, есть 6 цилиндров. То есть есть очень большой выбор этих машин.